Здравствуйте, с вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис, и вместе со мной сегодня работает оператор Михаил Осетров. Наша электронная почта, как всегда, в изобилии снабжает нас телезрительскими кадрами дня. Ну а мы, в свою очередь, с удовольствием делимся ими с вами. У Натальи Тютиковой зацвел кактус. Да, явление не самое уникальное, но ведь согласитесь, и не самое частое, а выглядит, безусловно, очень красиво. А эту фотографию прислал нам Артем Старожук. Кто коня потерял? Ну да, занятно. И еще одно фото, на сей раз от Ирины Акуловой. Даже выбросить мусор можно с улыбкой, если улыбкой встречает тебя мусорный контейнер. Улыбнулись тоже. Для того, чтобы увидеть сегодняшний кадр дня от дежурного, надо присесть и приглядеться. Вот он. Светлого мая привет, ландыши. Да, немного, но какие милые. Если воды течет мало, то речка, которая вытекает с улицы Второй Ремонтной и на Свиязева, попадает вот сюда, в этот колодец. Ну, а если ее больше, то она течет туда, вниз, вдоль торговых центров. Источник ее вот здесь, буквально несколько шагов. Вот видите эту здоровенную лужу и пластмассовое ограждение? Да-да-да, источник именно здесь. Запах стоит, словами не передать, потому что течет отнюдь не кристально чистая родниковая вода. Это канализация. И течет давно, с марта. На наше обращение в администрацию района нас отсылают в Новогород. Новогород отсылает в администрацию района. В итоге два месяца бежит все вот канали, фекалии все бегут и вдоль по улице, и вдоль торгового центра «Олимп», и дальше. Но дело в том, что к нам приходят покупатели, и это все вот на обуви задаст в магазин. Ну и запах, соответственно. Два месяца мы ничего не можем с ними сделать. Типа то, что получается так, что эта канализация бесходная. То есть нету хозяина. Вот местечко, где, как ни старайся, обязательно нарушишь какое-нибудь правило. Если идти не по зебре, нарушаешь ПДД, а если по зебре, то нарушаешь правило под названием «по газонам не ходить». Находится этот переход на пересечении улиц Свиязева и Геологов. В общем, как ни крути, что-нибудь здесь обязательно нарушается. Либо правило, либо здравый смысл. Прежде чем попрощаться, напоминаем, продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. И автор самого интересного сообщения получит в подарок сертификат на 1500 рублей от питомника растений «Анютины глазки». Питомник открыл новую торговую площадку на парковке торгового центра «Спешилов» по адресу Спешилова, 114. В продаже плодовые деревья, кустарники, розы, однолетние растения, декоративные растения и хвойники. На этом Игорь Гиндис и Михаил Осетров заканчивают свое сегодняшнее дежурство. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы, сайт в интернете. Обязательно заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Встречайте завтра Анну Водоватову. Ну, на сегодня это все. Спасибо, удачи, пока.